песни про Танечку в Самарском дворце ветеранов сегодня начали праздновать Татьянин день. В зрительном зале подопечные городской организации инвалидов «Ветерана». Этот день издревле он отмечался как день студентов, а студентами, как все знают, бывших не бывает. Они отмечали очень широко, радостно и весело этот день. Поэтому мы постараемся развеселить сегодня публику, поднять настроение и отметить вместе с нами этот день. Мне вот повезло, что меня в честь святой Татьяны назвали Татьяной тоже. Сегодня такой праздник, Татьянин день, поэтому у меня хорошее настроение. Я пришла сюда во дворец ветеранов, меня пригласили. Здесь всегда интересно, здесь всегда поздравляют, концерты хорошие. Я рада очень всегда. На сцену выходили и те, кто получил дипломы десятки лет назад, и те, кто сегодня еще грызет гранит науки. Для Татьян и не только молодежный фольклорный коллектив Самарского государственного института культуры устроил концерт, который назвал «Чудный месяц плывет над рекой». Татьянин день – это день студентов. И все мы с вами – студенты бывшие, настоящие, кто-то будущее. И это действительно повод какого-то молодости, задора, юношеского энтузиазма. Той самой поры, когда много надежд, много планов. И сейчас есть возможность, вот все наши ветераны имеют возможность вспомнить свои студенческие годы, своих друзей, товарищей, какие-то дела активные. Празднование Татьяниного дня во Дворце ветеранов давно стало доброй традицией, а еще возможностью и для организаторов, и для гостей вспомнить юность. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.